сегодня вот четвертый день, продолжается завтра, привлекается от наших вооруженных сил Западный военный округ, Балтийский флот, Северный флот, части воздушно-десантных войск, военно-транспортной авиации, от Республики Беларусь, части, входящие в состав региональной группировки ВОЗ. Всего привлекается порядка 200 тысяч человек, около 80 самолетов вертолетов, до 760 единиц боевой техники, порядка 300 танков и 240 орудий и минометов. Количество военнослужащих на территории Белоруссии, которое действует, составляет 12 800 человек, из них около 2,5 тысяч российских военнослужащих. Из них под действие Венского документа 2011 года попадает 6300 человек, никаких нарушений с нашей стороны нет. И Северный флот, он проводит свое отдельное учение. Само учение, как я и докладывал, проходит на 16 основных полигонах, 10 полигонов наших на территории Российской Федерации и остальные полигоны 6 на территории Беларуси. Иностранных государств привлекается на это учение 12 государств, из них 7 государств выделили свои воинские контингенты различного состава, от батальона до усиленной роты, и наблюдатели от 5 иностранных государств. Порядка 15 километров и в глубину до 25 километров. Он соединяет с собой полигон Мулинский общевойсковой и полигон Грау. Справа привлекает к нему. Таким образом получился достаточно большой полигон. Принимает участие около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, порядка 160 танков, более 104 самолетов и 118 вертолетов. И принимает также вот здесь, на этом полигоне. И принимает участие здесь находится 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств.